Йошкар-Олинская набережная через несколько лет обретет полностью законченный вид, протянувшись через весь центр города до микрорайона Шерекова. На днях проект реконструкции строительства набережной на правом берегу Малой Кокшаги был одобрен на публичных слушаниях в мэрии. Согласно архитектурным планам Марис Граждан проекта, очередной этап реконструкции набережной пройдет на участке от Ленинского проспекта до Вантового моста и далее мимо Ледового дворца до пересечения улицы Клары Цеткин и проезда Кокшан в Шерекове. Эта часть набережной будет выполнена в том же стиле, что и в центральной части города. Кроме того, здесь планируется выделить дорожки для велосипедистов. Напомню, что строительство набережной Малой Кокшаги в Йошкар-Оле ведется с 2008 года. Сейчас общая протяженность прогулочной части набережной составляет более 3,5 километров. Со вводом нового участка набережной протяженность рекреационной зоны увеличится почти вдвое.